привет! С вами Андрей Каспер, но после я. И мы находимся на Карачаевском ЖСУ. Две симпатичные девушки решили меня сегодня сопроводить. Дорога сюда была интересной, зрелищной. Мосты, броды. А, кстати, не путать его с кабардинским ЖСУ. Это разные вещи. Это совсем другой источник, другие люди. Ноги. Пошли ноги. И главное, верки еще. И ничего не говорите моей жене. Сегодня наш путь лежит к подножию Эльбруса. Но не со стандартной северной стороны, как привыкли его видеть все, а с нестандартно западной. С западной стороны можно увидеть всего одну вершину. На видео это правая вершина. Именно там и расположены карачаевские минеральные источники, которые мы намерены посетить. Они называются Джилысуу, что в переводе означает «теплая вода». Дорога к этим источникам не самая простая. К ним ведет 11 мостов или 11 бродов, как повезет. Все зависит от состояния мостов и полноводности реки. Легкий завтрак на перевале. А где наш чай, мать? Групповая кружка там. Чая на четверых. Сегодня в покатушке участвуют более 10 экипажей. Часть экипажа из КЧР, часть из Ставропольского края. Собираемся на камни Корчи. Одна Нива уже закипела. После трассы. На бездорожье отойдет. И самое главное, сегодня с нами оранжевый Дастер. Без Дастера не обошлось. Я не на своей машине еду, на Ниве с Виталием. Но Дастер в фильме будет. Въехали в ущелье, травим колеса. Такие красивые шапочки. Ты, смотрю, к зиме подготовилась, да? С бомжевой сумкой сзади. Сапоги, шапка, все дела. Да-да-да, и сумочка в ущелье, личной гигиены. Косметика. Ашановская. И купальник, понимаешь? Это второй по счету мост. Первый проехали. Отлично. Второй пытаются подремонтировать. Ну, вроде проходит. Замыкающая Нива. О, интересное место. Впереди два варианта. Через разрушенный мост, то ли вот сюда вброд. Нива решила по мосту. Так, одна Нива пошла вброд. Наша по мостику. Ну, тут тоже нелегкая такая задача. У вас тоже штурмует брод. Ха, а там-то лед на выезде.
Пошел. Взял разгон нормально. Отлично, проходит. Ух ты. Там даст. Ну ладно. Невзирая ни на что, идет дальше. Брода нелюбимо занятие Алексея, но все благополучно. Ага. Так, ну Соболь повеселее, чем у вас пошел. Выгреб практически сразу, со второй попытки. Ого, удар о камень хороший был. Кстати, не знаю, зачем все поехали через брод. Тут реально отличный мост. А брод глубокий, блин. А на самом деле вот такой шикарный бетонный мост номер 4. А это Нива меньше провалилась, чем у Виталика. А, ну тут смотря с какой скоростью поедешь. Такая волна и создается. Настоящие герои всегда идут в обход. Если такой шикарный мост, зачем покорять брод? Сюда правильно едет, хотя левое колесо очень близко к краю. Как ощущения от дороги? Нормально. Пока никаких дискомфорта нету, нормально, да? Солнышко выходит, ура! Этот мост находится в разрушенном состоянии, и поэтому все машины едут вброд. В этом месте нужно придерживаться правее. Чем левее, тем сильнее захлестывается вода. На капот! На себя! А вот теперь ты понимаешь блокировки, что такое? Давай-давай, газу! Ну чё? Специально, надо было... Не, мы на блокировках, нормально выехали. Чё, тебя брызгало? Здесь инспектор... Эффект, у меня на говно. По левой стороне, вот, вообще воды нету. Все отлично проходится. Ну и все. А эта резина отлично заехала, хотя тоже МТшечка. Эх, МТ резина и лед, это, конечно, веселые вещи, несовместимые. Но мы совмещаем. А здесь у нас пошел Дастер. Красавец. Зимнюю резину купил новую. Сейчас он Шениву толкать будет. Не так все гладко. Но... Вот вам и Дасти. Близзак. Ух ты, ух ты. Бриджстоун получается, раз близзак. Наконец-то выехали на солнышко в ущелье. Оно на нас добралось. День удлиняется. Это, кстати, 6-й мост. Отличный мост. Река широкая, бурная. Но мост прекрасно выглядит.
Седьмой мост, если я все правильно считаю. Не заблуждайтесь, что тут только мосты и броды. Здесь иногда были и камни. Ну, это, правда, малая часть. Обычно они покрупнее встречаются, но что-то решил выйти, снять. Восьмой мост. Есть брод, есть такой мост. Довольно узкий, ну, в принципе, да не, нормальный. Колея прекрасно проходит. Че, держит нормально? Твой вес, да? Отлично. Так, наша Нивка. Виталик штурмует. Будет капот захлестывать в этот раз или нет? Не, более аккуратно. Ну и речка тут помельче. Так, есть желающие по мосту. Но у нас водительское место страшновато, на самом деле запас есть. Сейчас. Застрял, что ли? Не, отлично. Это 9-й мост, тоже отличный мост. Первый встречный автомобиль за сегодня. Столько ехали по... Ух ты! Посаламкались. Теперь пытаются объехать. А, ну, вас протянул, все нормально. Очередной 9-й мост. Отлично проходимый. Или 10-й уже. Сбился со счету. Ну и есть небольшой бродик. Думаю, не нырнет. Явно такой легенький, светленький. Завершающий 11-й мост. После него уходим налево. Закрывай налево и до конца, что будет. Сзади.
Урале нам предстоит преодолеть сыпучие подъемы. Но не все машины преодолевают их гладко. Опа. УАЗик подзавис. Неожиданно. Хорошо напылил. Теперь очередь Дастера. Едем туда, где еле смог заехать УАЗ. Ну-ка. Отлично, отлично. Шикарно прошел. Вообще без остановочек. Подъезжаем к Карачаевскому Эльбрусу. Точнее, к Карачаевской стороне Эльбруса. Сторона нестандартная, отсюда мы его не видели, не знаем, как он выглядит, но на самом деле это Эльбрус. И Джилусу Карачаевска находится его подножие. Ну вот мы и на месте. Отличные виды, шикарная погода, прекрасная компания. А эта гора не дает мне покоя. По идее, мы должны быть у подножия Эльбруса. Скорее всего, это он, ну или какое-то его отрожье. А вот и оранжевый Дастер, он до нас добрался. Как броды, подъемы, как камни? Все легко. Легко? Фигня? Да. Дастеру дается все? Дается пока. Так и знаете, стоковый Дастер сюда прекрасно доезжает. По крайней мере, в данное время года. Летом, когда будут глубокие броды, возможно, не получится этого сделать. Потому что пару мостов все-таки смыто. Сегодня у нас не один коптер, есть еще хапсанчик. Будем взлетать и смотреть, есть ли с той стороны горы Эльбрус. А вот здесь находятся ванны. Или бассейн. Ну, я думаю, мы сегодня вполне можем в него погрузиться. Катушники. Ты вот снимаешь видео, да? Давай. Это те, которые едут со своими казанами, дровами, все. А все остальные там так, туристы. Да-да-да. Они просто приедут, бутербродики покушают и все. А у нас полностью подготовлено все. И сейчас тут будут вкусные пельмешки вариться. В этом казанчике чуть-чуть поменьше. И в этом чуть-чуть побольше. Оп, оп, загружаем. Загружаем тару. Ну, я не знаю, тут то ли смотреть, то ли пробовать. Пробую. Это мисс фотограф. Это модели. Молодые люди, как вам покатушка? В восторге. В восторге, да. Только на заднем сиденье Нивы не оценили, да, или нормально? Вот мы как раз на заднем сиденье Нивы и оценили. Да. Там расстояние близко к невесомости. Постоянно подлетаешь вверх, падаешь вниз, и не успеешь упасть, опять подлетаешь, да? А Саша что выпивает? Это не мое, мне поставили. Как сразу, да? Я не такая. Это мужа. Я вообще мимо проходила. Ладно, это мое отдам. Все. Это мое. Хорошо. Ты спас их обоих. Я спас. Разрулил ситуацию. Едем покорять отроги Эльбруса. Попытаемся подняться по ущелью. В снегу. Расклад такой. Здравомыслящий. Спускаемся вниз. Одна Нива уже ушла. Поднимаемся. Вот там вот по отрогам. Едем дальше, дальше, дальше. И пытаемся пройти вот по тому ущелью. Так, вторая Нива пошла на спуск. А первая на подъем. Одна же спустилась уже здесь. Уклон здесь, ну блин, 45 градусов точно есть. Но спускается. Амортизаторы срабатывают до конца. Ух, ух. Красиво. Thank you.
нашли более-менее не сильно крутой подъем. Ну, как сказать, не крутой. 35-40 градусов с камнями. Вот там вот слишком крупные камни. Накерница. Ты в камень упираешься, не едь сюда. Чуть-чуть левее бери. Ну, если рассуждать логически, то она сюда не заедет. Блин, не туда он едет. Ему левее надо, а он вправо едет. Без блокировок эта идея обречена на провал. Но парни хотят попробовать, я не против их заснять. Ива села правым рычагом на камень. Не, ее надо или там кратить, или сдергивать. Она мертва сидит, тебе надо или дергать, или там кратить, подкладывать что-то. Надо камень убрать. Но камень ты на нем... Всем весом машины сидишь, тебе надо поднять машину и убрать камень. Надо вторую Ниву сверху звать, чтобы она тебе чуть-чуть сдернула и все. Пока мы здесь колбасимся с машиной, две наши Нива и Снива поехали куда-то наверх. Так, а к нам спешит третья Нива. Бордовая уехала почти сразу, а на белой Ниве едет Мурик. Сейчас спустится и сдернет из этого засадного места. Там еще один шевик пошел. Ну, в общем, народ пошел в расход. Каждым хочется куда-то подняться. Обещал, трос порвался. Это же не рывково, не динамичка. Все отлично. А его поволокли. Нормально сорвали. Так, ну теперь Мурат. 29-е колеса, сафарики, Нива с блокировками. Ну, я подозреваю, что есть некий лифт. Моя попытка номер 5, точнее его один. С таким тросом не езди больше. Это не трос, это извращение. Он тебя сразу порвался. Так, ну, с этой стороны. Ребята тоже не захотели подниматься. Это вот я что? Да ладно! Так, ну а Мурик пытается подняться. Ручку, наверное, прилепил. У людей есть много энергии, девать некуда, поэтому ломают машины. На этой Ниве еще и спускает переднее левое колесо. Пусть он хотя бы на вершинку выберется. Так, Нива со спущенным колесом все-таки поднимается. Поднимается. Поднимается и заезжает. Все отлично. Один спасен. Остался второй. Точнее, уже третья, потому что первая поднялась бордовая. Вы сейчас вы видите реальный уклон склона. Сколько тут градусов, не знаю. На глаз определить не пытаюсь. Но заезжает. Все отлично. Все, Нивы спасены, можно полетать на коптере.
Не знаю, правильно делаю или нет. На улице плюс 5. Резко холодает еще ниже. Но я иду окунаться в местные ванны. Там говорят, плюс 18 согреюсь. Мне кажется, вам и без меня хорошо. Ты, короче, проживал все сейчас. Кто здесь, кто здесь? А ну-ка, как у тебя лицо? Сейчас, дверь закрой. Сейчас. Холодно, вот. Реально, пипец. Да нормально, сейчас придешь, нормально. Смотри. Опа. Блин, девочка красиво залезла все равно. Спускается, а лицо держит. Анжелик, как ты сказал? Ты с вами, значит, классно. Да. Классно. Тебе прям нравится? Да? Люда, тебе? К нам. Классно. А, ты выговариваешь, да? Конечно. В общем, получаем удовольствие. Люди выглядят вот так, а я... Ну как-то вот так. А я выгляжу вообще вот так. И мне хорошо, комфортно и почти не холодно. Это была отличная поездка. И я даже искупался в нарзанном бассейне. Всем пока. До новых встреч на канале. С вами был Андрей Каспер.